1 июля жители столицы Колымы смогут поддержать родной город. В рамках проведения всероссийского голосования Общественная палата областного центра приглашает взрослых и детей на избирательные участки поддержать инициативу и поставить свою подпись в поддержку присвоения звания Магадану «Город трудовой доблести». Напомним, Российская академия наук подтвердила, что наш город достоин этого звания. Документы на экспертизу отправляли в апреле. Историки, архивисты, музейные работники и юристы объединили исторические материалы и свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев в предприятие города в достижение победы. В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники, материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране более 50% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана, 11 магаданских предприятий поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. Ходатайство о присвоении городу Магадану почетного звания направит президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение примет Оргкомитет «Победа». Надо прийти 1 июля. Мы решили объединить это мероприятие именно с темой на сегодняшний день проведения голосования. На участках будут располагаться листы подписные, где можно будет прийти гражданину города с паспортом, ну и поставить свою подпись, обозначив фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес, поставить подпись именно в поддержку города Магадана, признание его как города трудовой доблести. 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, на избирательных участках будут работать волонтеры, которые соберут подписи у желающих поддержать инициативу присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести». Поставить галочку «За» смогут и взрослые, и дети. Специалисты отмечают, что для этого не нужен никакой документ.